Понятно. Позже, блядь, гомосеков. Давайте, давайте так, ну, это все круто, замечательно, нам еще на РТ идти, давайте это за полчаса закончим, просто внимательно один раз послушайте. Вот, вот то, что вы после того, как мы вайпнулись, мы долго падаем и долго сюда бежим, хотя провал безумия, портал нажать несложно. Из-за того, что мы это все долго делаем, вместо того, чтобы за полчаса это все закрыть, мы здесь будем сидеть еще полтора часа. Чтобы этого не было, надо просто быстро сюда приходить и делать все, как просят, а не исполнять хуйню. Все до этого, все боссы до этого, они очень простые. Алгалон и йог, надо разуть глаза, внимательно все делать. Вот, Мэтфокс, ты где? Да, давайте быстрее, я еще хочу часик покемарить. ВП Хан, ты что, ну для тебя портала не существует? Ну я спросил, блядь, мне никто не ответил, ну, потому что сидят из-за лупара с гомозеком, я что сделаю, блядь? Ты когда... Злопарь. Да тихо нахуй. Ты когда портал смотришь, ты читаешь хоть их, или ты так тыкнул, на кого бог послал? Ну, жри так, рыбу. Почитал. Мэтфокс, ты где? Братан, расскажи что-нибудь. Какой портал? Ты у портала сейчас стоишь? Какой портал? А есть портал? Самый нижний, прочитай, что там написано. Провал безумия. Это мы сейчас в провале безумия находимся. И, ребят, можно это самое одно пожелание? Вот 4 обезьяны, это прям дохуя. У меня слайд-шоу. Чего? 4 кого? Ну эти сферы сверхобезьяны, не принимайте ездите, готовность. Да, вот эти вот эффектов и так, тут пиздец. А, я понял, про что он говорит. Бенсилер. Пошли за звездой, обходим лужи эти. А фукашет, а все нормально. Вилаша, там зайдешь в центр, как... Только лужи не задень. За звездой двигаемся, чтобы лужа нас не догнала. РДД пьем. Ох, хан-то есть на поле. Желание, то, что мы делали сейчас с щупальцами, то же самое будешь говорить, когда я буду в комнате, чтобы там люди хуйню не исполняли. Ну, чтобы милики били только маленькие, а там РДДшники большие. Я надеюсь, они это запомнили, но самое главное, чтобы вы друг от друга далеко не разбежались, чтобы ты диспелом доставал. Ты 3 вида дебафов можешь диспелить. Больше обращай внимание на диспел. Для нашу захильте. Ой, это 4-я пати с тобой в комнату, да, заходит? Ты кто? Ультрадруль. Да. Если портал, который вы хотели зайти, кто-то зашел раньше вас, то бежим вокруг босса и ищем портал, в который не зашли. В комнате, когда бьете щупальца, они 30%, ну около того, возвращают урона. По вам видеть урона от тьмы, поэтому следите за своим хп. Так, сколько там? Аккуратно тут служит, она пропала. Все, вот этот последний, зерганите его быстренько, сейчас босс вылезет. Можешь его на край вести, потому что тебя откинет, когда вылезет босс. Так, а быстренько, как эти порталы выглядят? Они как на Валитере выглядят хотя бы? Щупальца маленькое. РДД сразу. Вон оно большое, сразу туда двигайтесь. Разуйте глаза и двигайтесь. Рейд этот, вот диспелем, видно диспелить? Это сразу стан. Ну стан не дается, просто АК сбивается. Вот убили, РДД только большое бьют. Там луча отошли, он сейчас активируется и он ваншотит. Разбейте меня с этой хуйни, с удушающего. Все. Захиливайтесь, на фулл хп держитесь. От луча отойди, МВП Хан, ты не видишь его нахуй? Меня скинуло с тентакли сюда. А, ну так помню. Отпрыгивай сразу.
Вон, идем дальше. Видите, щупальце появилось. Теперь смотрите, ищем пасть. Черепок на человека кинулось или что там? Это, с лучом сбегитесь. С лучом сбегитесь и находитесь вместе. От лучей отходим. От черепка койл с босса сверху летит. Отходим, чтобы он бесконечно не перекидывался. Теперь находим... Заходим в порталы. Быстрее. Щупальце маленькое, миленькое. Быстрее зайдите в порталы. Третья и четвертая пати. Право-лево идем. От черепков отвернись. Отвернись спиной к черепкам. Фиолетовый луч, это значит, ты стоишь лицом к нему. Идем по кругу, бьем желтых драконов. Сбегитесь лучше. Отвернитесь спиной к черепкам. Бьем желтых драконов. Быстро. Это надо было сделать уже 10 секунд назад. Мы очень долго идем. Отвернитесь спиной от черепков. Отвернитесь к ним спиной. Идем в комнату. За черепком идем в комнату. Да? Бьем мозг? Непонятно. Нет, не бьем. Ну видно черепок, видишь мозг? Заходим в угол и выходим. Выходим. Кто не успеет, того возьмет в контроль. Сет же успел? Теперь эти порталы заново появятся, и все это надо повторить, только быстрее. Красные лучи, сбегитесь. Восстановите здравые мысли. Бейте щупальца. Все, теперь встаньте вокруг босса. Сейчас появятся порталы. Третья и четвертая пати. Готовьтесь заходить в порталы. Скоро они появятся. Встаньте вокруг босса. Третья и четвертая пати. Поближе к этому кругу. Заходим. Та же комната. Это быстро пробегаем. Быстро пробегаем. Убиваем щупальца. Еще быстрее. РДД большая щупальца, блядь. Быстрее. Да-да. И вот это. От лучей, блядь, отбегаете. Зергаем. Все, теперь бежим. Дай аспект. Бежим на ту хуйню. Теперь 30 секунд до выхода. Нажимаем бурсты и дамажим мозг. Мирики могут бить большое, пока оно встанет, а когда они в мозгу. Когда встанет, но сейчас уже... Но лучше, блядь, не рисковать. Все, можете... Все, тихо. Не пиздите, блядь. Это, много людей не пиздите. Да, подходите к порталу, выходим. Все, быстро на порталы. Выход. Нажали на порталы. Вышли на порталы. Все, вышли, молодцы. Теперь те же самые позиции занимаем. Буквально секунд через 10-15 заново появятся порталы. Занимаем позиции вокруг босса. Там с щупальцами нормально должны справляться. Третья, четвертая пати. Вокруг босса расстановочку встаем. Зеленый койл, черепок, отойдите от него, он будет бесконечно перекидываться. Лет 32 здравомыслия. Да. И резни. Ну и потом резну, уже после комнаты. Придется играть осторожно. Вообще на одном здравомыслии играл. Сбегитесь лучше. Бежали страшно. Зашли в комнату. Заходим. От черепков сразу отвернитесь. Тут три пачки щупалец. Просто ауешим. И хилимся. Если хп мало, то стопайте дамаг. Так. Добейте. Все, быстро в комнату. Варфреймы захилим. А можно бить большое, миленький. Бьем. Бурсты прожимайте. Значит, переходка на 30% этого мозга. Стараемся как можно больше мозг задотать. В принципе, должны на мужика успеть. Да, 10% осталось. Смотрите, сейчас нас выкинет, босса можно будет бить. Все, готовимся. Все, перевелись, на портал нажимаем, быстро выходим, спиной к боссу встаем. Ставлю на все. Поворачиваемся, когда он ржет там или кричит что-то. Спиной к боссу встаем, звезду все собрались. Мобов и Вилаша. Да, идите ресните здравомыслие, кто? Отвернись спиной, сука, встаньте. Вы что, тугие совсем? Встаньте спиной. Моба бьем. Ставлю, череп на моба. Босса РДД убьют. Забери босса Вилаша. Мобов бьем, милики, спиной встаньте, спиной к Йоксарону. Стойте спиной, если нихуя не понимаете, стойте спиной и учитесь, что делать. Все, я сейчас порезаю, подойду к вам. Спиной. Если лучи в рейд идут, значит какой-то пидор стоит не спиной. Все, закончилось. 6 секунд нету, 4 секунды кастует. Или как, не знаю, примерно так. Спиной встали.
Все. Давай будем Геру давать. Давайте Геру. У босса 20%, 10 лямов. Отвернулись. Разворачиваю. Сейчас будет каст, отвернулись заранее. Вот, отвернулись, отвернулись. Сейчас докастует. Прожимаем крылья и бурстим босса. Он откидывает, если что, там найдите точку, с которой не откидывает. С которой можно бить, но не откидывает. Готовимся, сейчас скоро надо будет отворачивать. Все, 4 ляма отбиваем. Это легкий режим, и если каждого хранителя убирать по одному, то убираются помощь. То есть Хадир мобов добивает, бессмертных, вот этих, которые черепок ставятся. Торим, точнее. Осколок. Оно как бы, видишь, в чем плюс? В том, что вроде как приличный шанс с него падает осколка. У этого, когда вот йогу делаешь. Сколько осколка выпало в этот рейд? Два. Сейчас я вам закину хулидринг, вы там кому что надо разберете. Так кому волонюр решили делать? Ну, у меня сейчас вот я собрал 11 осколков. Так, Да ты на хиле, получается, в каждом рейде, получается, будешь? Ну, возможно, когда-нибудь. Когда соберем. Я тебе закидываю, короче. Сейчас смотрите, пока вы со шмотом разбираетесь, я зайду на друида и открою Алгалона. Идите к Алгалону, там моба убьете. Это куда ты, пацан? Можно вестибюль и там дойдете. Так. Хули дренька, дашь мне плечи потом? Они. Ультрадрута, хил. Понятно, нашел фер. Мудфокс. Мудфокс, хила спекнешься. Дополнительного в ретрике побуду. Может, ладно. Так, я тебе сейчас дам хулидринг лидера. Зайду на друида, чтобы открыть. Но это пало бы пало не кикой. Вестибюль, обвалившаяся галерея. Или там можно зайти. Если обвалившаяся галерея, то назад по невидимому телу Калагарна пройти. Если вестибюль, то вперед. И вроде как направо. Ну, не помню, или направо, или налево там сбегай, посмотри. Там должен быть моб. И там должен быть священный планетарий. Кстати, пойду квест сделаю. На священный планетарий. Что, без твоего йога? А все, я его распалю уже. Вестибюль. Я вот через вестибюль пошел. Там на карте показывают, в принципе, у кого карта есть. Ебаный сыр, так Йоксарон не вас? Ебать. Ну, этот Алгалон считается секретным боссом. Алгалон куда веселее? У меня Алгалон простой, там на йоге гораздо сложнее. Но мы-то делали легкий режим на йоге. Если делать сложный режим на йоге, там, ну, очко просто, там надо очень внимательно быть. Правомыслие резать нельзя. Если умер, то тебя не заморозит Хавир. Ну и урон снижается. На третьей фазе никто не добивает, они остаются маленькими, бьются до танка. Ну, ХМ считается уже, даже если ты без одного хранителя делаешь. То есть, если волонир, осколок... Так, нету у меня, да? Вроде нету. Так, священный планетарий найден. Сейчас, короче, пока сдам квест. Там можете перекурить. Плюс 4. Суммон можно? Нет. А то я что-то убежал тут. Да, сейчас суммоним. Перекурите, пока отдохните. Сейчас. На самом деле сложнее всего без Фрей тренить. Насколько тебе? МВП хант. Ну иди. Там, пока я квест это сам. Идите курите. Потом перезайду, потом прилечу, этот, открою дверь. Вроде у меня на ком-то есть открыть. Или на двух, или на трех персах ключ есть. Так, осколочки. А что у нас после ульты будет? РТ. Бля, парни, вот, спасибо. Вот. Бля, Жайна встрела. Я не знаю, что там будет решить. Гера или обычка?
Я бы сходил 4 босса Геру из АС. Мы все можем. Дросы так и не потравили нормально. Мы все можем успеть. Угу. Держу в курсе. Чё ты там заходишь открывать? Я сейчас квест дам. Возьму квест. Так, получается, давай посчитаем. Я дал 2 по 800, 1 раз 600. Так, боссы. Утюг. Острокрылая. Игнис робот. Собрание Калагарн. Кошатница Ходер. Это 8. Торим Мемирон Фрея. 3. Это я 600 дал. Теперь 2 убили Везакса и Йога. И остался один. Чё, 13 боссов, что ли, в Ульде? А, ну, 13 да. Получается. Ну да, Алгалон 14. Если никто не умрет на Алгалоне, Вой даст 1000 ЕП. Так, ну давай. 500. Йог и Везакс. Ну, блядь, если не уйдет, не умрет никто, я не знаю, нахуй. Я охуею просто, я нихуя не дам, я просто ебанусь, нахуй. Я с ума сойду, нахуй. Умом тронуть, да? Да. Ну ладно. В этом не, ну ладно, не 1500. Говорит, Жора, встали, побежали, блядь. Так когда я стою, у него пластку прошу. Блядь. Этот видос про РСКу, конечно, охуенный был. Реджора гордится, с 20-го трая убиваем. Охуеть, прогресс, блядь. Так, ну кусты я взял. Так. США уже йогу запинали. Так, вот тебе... О, Ленаравис, ты не фанишь? Так, сейчас... Я с телефона. Иду. А, ты может, ты всегда с телефона будешь? Посмотрю на комнату. Тебе. А Нивола там зайдет, нет? Че-че? Что-то Эниола куда-то делся. А, вот он. Сейчас зайду гляну, на ком есть ключ. На ДКшнике надо сделать, чтобы открывать. Надо Мимирону осталось в хардмоде. Сейчас гляну, на ком есть. ЕГЦ с двумя осколками. Угу. А какой шанс, какой шанс выпадения вообще здесь? Хуй знает, процента 2 нахуй. Там 8%. С Алгалона 100%, и с Йога вроде бы. Да. С Йога там не сотка. Там 75 и по плюс 5 за ХМ. Ебанешься. То есть Йога может тоже и не упасть. Его даже еще дольше, чем ШМ, нахуй собирать от Волонир, блядь. А с каждого босса, по-моему, по 10, и за каждый ХМ плюс 10 к шансу. Ну вот, допустим, всех мобов босса убили в ХМе. То есть, блядь, хоть как 20% на выпадение на сколько. У них не у всех ХМ мод есть. Да, типа. Да, не у всех а, есть ХМ мод, и не со всех боссов падает осколок. Там с кого-то не падает, помню. Так. Там с какого-то одного или двух боссов он точно не падает. Понял. Как себе, у нас шкафы красиво стоят. Так, а куда у меня? А, вот. Сезам, откройся. Вы меня за самой вставляете? Рейд будет такой же хороший. Сезам, откройся. Чё, рейд? Ну, как я надеюсь, что второй рейд будет такой же хороший? Сейчас я обратно зайду на этого напала. Ты имеешь в виду второй рейд Эльдуара? Нет. Бля, я вот только хотел спросить, вниз упасть можно, нахуй? Нет. Так. Смотрите, босс очень простой. Все, что надо делать, это внимательно смотреть под ноги. Очень-очень тяжелый в плане того, чтобы понять, что происходит, потому что звезды вокруг все это двигается очень тяжело. Танки. Я думаю... Надо кого-то поопытнее. Да, надо кого-то поопытник Вилаш аспект. Не знаю, как Блатнига будет в этом плане. Там, я не помню, сколько-то стаков надо меняться там. Ну, на трех. Будет
25-ки сколько? 4 сферы? Всего там, да, по 4. Этот самый. Надо кого-то, кто не протупит с этими стаками. Так, значит, босса, только уйдите назад, уйдите на камень вот этот, сибитесь отсюда. А то кто-то, блядь, у петов уберите, ничего не делайте. Так, сейчас я подумаю по составу. Пятая пати, будьте хилами. Все остальные, значит, давай ты хулидринг савилаши, дай релла или ассиста, дай что-то. Ты, наверное, савилаши потанчишь, будника. Я не знаю, ты шаришь, нет? Да просто пусть возьмет в запоминание Вилашу и как будет на ней 4 стака. Ты справишься, Блуднига, с этой хуйней? Ты на 3 стаках лучше меняйтесь. Не, мне просто надо, может быть... Да, ну ладно, давай, раз ты уверен. Так, все остальные, вы играете в полсилы на автоатаке. Вообще не старайтесь что-то там дать, ДПС, не ДПС. Тут самое главное, значит, сейчас я еще себе макрос поставлю на метку. Там одновременно нельзя взрывать много этих сфер, блядь. Так, ебаный, блядь, панель все заставлю. По одной их шотать. Так, смотрите, значит, мне нужны ассисты и РДД. Так, Шалфир, ты будешь мне помогать. Значит, я буду ставить на Шалфир, Бенстиллер и кто еще, давай. Кто там нормально раздупляется? МВП-хан тут? А, нет, он отошел. Шадоунай, ты тут раздупляешься нормально, слышишь? А что делать? Я буду ставить звезду, надо будет зергать метку. Пон. Так. Мэтфокс в дереве. Там фишка в том, что вызов звезд происходит каждую минуту. Вот. И они сами по себе теряют по проценту здоровья в секунду. Вот, чтобы не было коллапса, что вот у нас там 2 одновременно взорвались, или 3 там, чтобы не успели зауешить, для этого они убиваются очень быстро. Их мы по кругу просто бьем, я ставлю метку, вы убиваете, ставлю, убиваете. Вот. Хилы это отхиливают. Так, призана что-то нету. А там? Давай, Авелания, в это запасного хэпала спекайся. Mm-hmm. Поможешь. Mm-hmm. Чтобы было заебись хп, все. Так, Шадоу. Сообразишь, да? Просто метку. Нихуя не делаешь, просто смотришь за мной. Вот я на себе поставлю, допустим, квадрат. Вот. И буду бегать и ставить метки. Значит... А, там же под боссом красная метка появляется. Надо перебегать за спину босса, да, вроде? На полу будет появляться три под ногами трех... Стрели, чулку оставили. Под ногами трех случайных людей. Ну, что-то так вот постригли. Будет появляться было. Три красных. Хорош блудить. Дайте тактику, пусть расскажут. Там другие СФК еще не пришли. А ты чего убила? Он там с кем-то говорит, наверное. Да. Кидай ничек. Отметки ж за спину к нему перебегаешь, и когда он кастует, заходишь в портал. Это. Там, короче, это самое. Метки три красные на полу будут появляться, это метеор сверху падает. И, ну, если метров 15 от него отходишь, то он наносит там 2000 урона. Если близко к нему стоишь, он наносит 1020. Если прям в нем стоишь, там 3 метра радиус, такой вот как метка 3D ставится, то он наносит 50 тысяч или 40 и подкидывает вверх, и ты еще падаешь, умираешь. То есть от красных меток просто отходить, их 3 будет под случайными игроками. Ну, суровый удар, каст, там надо будет заходить в дырку. Дырка, чтобы это вы понимали, вот, например, камень вот этот вот, где я сейчас стою, это дырка, вот, здесь вот нету дырки. Чтобы зайти, вам нужно это самое, вот увидите каст, секунд 5 идет каст, увидите на боссе, примерно на половине каста заходите вот так, и не просто заходите и остановились, а вот так вот подергайтесь право-лево, когда вы исчезнете и появитесь в темном измерении, то отойдите от того места, где находилась эта дырка, вот, когда удар докастуется, вас выкинет обратно автоматом. Если вы будете стоять на том месте, где стоит эта лужа черная, то это самое... Ой, как сказать-то, нахуй? То вас опять закинет туда, нахуй. Ну да. Так. И там будут же шмобы идти. Надо их кайтить. Ну, мобов просто примораживайте или откидывайте что-то, и все. Когда так, в портал заходите, будут мобы на вас идти, надо их кайтить. Дойдут, вам пизда. Помощь нужна? Кадрися говорит. Да, заходи.
Сейчас, если что, выпадемся разок. Этот самый... кто он, блядь? Хулидринг и Invisible. Помогайте заводить эти созвездия в черные дырки. Вот. Так, сейчас Мэтфок зайдет. Ну, ВП Хант АФК пока. Там не лучи, там будут звезды. Я поставлю метку. Такую звездочку поставлю. Ладно, давайте без хан... Так, Мэтфок, сейчас еще надо подождать. Все убрали. Так, Мэтфок зашел, проверка. На дамаг не напирайте. Как только поймете, что делать, так и задамажим босса. Переход к нему на 20%. Дальше он манекеном становится. Гансилер. Без МВП ханта начнем. Мы делали, понял, когда он лужи стелил, вот эти красные, просто за спину босса бежали чуть подальше. Да и все. Василий тут нет. Нету Василия. Пошли, заходим. Зайдите сначала. Ну, что, блудниго, запоминание Юли возьми, Юля то же самое. Будете меняться. Ну, по-моему, там на 4 стаках меняется. Так, Герус пулу дадим. Так, давайте даю отчет. Геру дадим с пула, дамажите как можно больше. А те, кто Шалфир, Бенстиллер и Шаду, это, когда скажу, начнете по звезде играть. Ну вы что делаете? Вы что, бичи, что ли? Ну, ладно, ладно, все. Первый раз человек тут. Ничего страшного. Молоко. Охуенная Гера была сдала. Охуенная Гера, блядь. Тихо, тихо, тихо. Сейчас соберитесь. Ничего лишнего не делайте. То есть поменьше внимания на ДПС, побольше внимания на тактику. Вот сейчас секунд 15 его побьем. А что, я работаю? Была уже. Так, Бенстиллер, Шаду и Шалфир готовимся. Сейчас звездочку скоро поставлю. Вот звездочку разбили. Зерганули прям быстро. Шотнули ее. Видно? Нет? Ну быстрее, ну. Все, шотнули. Следующую. Следующую ставлю. Захиливаем рейд на фул. Следующую зерганули. На фул захилить. Да. Бах. А что это было? А, это красная хуйня просто. Ладно, ложимся. Давайте заново. Это красная хуйня, с нее никто не вышел. Забыл про нее рассказать. Падаем. Есть еще фишка, можно зайти вот так вот в эту, в тьму. Куда войдете? Блин, на шапашнике долго бить метки. Ну, типа, доты просто кидаешь. Ну, ничего не поделать, придется бить. Может, одним компом, Слава? А? Одним компом станем за спину, а то, блядь, рассредоточились. Надо не за компом встать, надо на 25-й секунде боя. Каждые 25 секунд появляется 3 красных хуйни на полу. Надо их просто увидеть и от них отойти. Тогда нормально все будет. Вот давай посмотрим просто, как приза номер. Он тут первый раз. Вот. Так, дыра. Нет, он от дыры просто умер. Ну а почему он не фул хп был, не знаю. Нет, вроде фул. Тэпнуло. А, да, забыл рассказать. Сейчас расскажу. Значит, когда вот эти 4 звезды взрываются, на их месте, где они взорвались, появляется черная дыра. Там, где эти звезды летают, нельзя находиться. Ну, я бью ретриком, но я знаю, что когда она умрет, появится черная дыра, поэтому я отхожу заранее. Вот вам тоже нужно отходить заранее.
друиды, призан, ну, я не знаю, призан, сапрот, ибо не, если есть. Если это, настраивайтесь на то, что каждый взрыв, взрывы очень часто будут, каждый взрыв это минус пол хп рейда, настраивайтесь на бурстовый захил. То же самое Рекшейн, Авелания, ну, Авелания можешь по танкам кидать частицы и хилить кого хочешь, а Рекшейн на себя частицу лучше, да, и хилька это в приоритете через хилов, там, кто проседает тряпки. Не, я все хулидринку отдал. Ставлю рубин. Первый запуск босса долгий, а второй быстрее идет. У меня что-то не ставится. Вот тут на камне. Я еще найти бы. Милики, одним компом встаньте за спину. Что это, Алкалон потенцировал бедствие через... 16 через час исчезнет. Пойдет. Через два исчезнет. Ага. Через два часа. Самое главное не то, как вы будете стоять. Это абсолютно не влияет. Самое главное, чтобы на 25-й секунде боя вы увидели три красных, ну, точки на полу. Нет. Вот это самое главное. Из них надо выйти, да? Да. Надо... Да, от них бежать подальше надо. Надо отойти от трех меток на рейндж метров 20 примерно. И тогда вы получите по 2000 урона от каждой. Зайдите в зал, зайдите в зал. Кто там, звезда? Тот же фламобот. Угу. Все это, пуляйте босса. Он сейчас быстрее будет запускаться. Вот он сразу запускается. Секунд через несколько запустится. Давай Геру. Максимально в него вносим. Забыл таймер включить, да и хуй на него. На 15 секунде появляются метки. Звезды. Все, по боссу расслабьтесь. Вот, зергаем звезду. Отойдите от нее все сразу. Скоро. Так, отойдем. Отойдем от нее. Вот, захилим. Метки красные отошли, метки красные отошли. Следующую звезду поставил. Вы, ну, вы еще просто бьете одновременно с этим. Ладно, ложимся заново. Короче, ну, ладно, похуй, ну, хули, повайпаемся. Взрыв каждой звезды сносит половину хп рейда. Если взрывать две звезды одновременно, то мы будем падать. Надеюсь, это нормально, понятно, да? Вот. Чтобы не взрывать звезды одновременно по две, надо бить только звезду. Нельзя включать АУЕ, нельзя раскидывать дотки, потому что когда я бью звезду, и вы в это время бьете метку без звезды, звезду, она умирает, и мы получаем два взрыва одновременно. И поэтому мы падаем, как какие-то... Синтек, сдохни уже, а? Как какие-то додики. Портал, вестибюль. Осуждаю, блядь. Портал, вестибюль. Я еще раз вам объясню. Вы, ну, послушайте, что вас просят. Не дамажьте, не упирайте на АУЕ, не делайте хуйню никакую, не прыгайте как бабуины. Просто постойте, уберите автоатаку. Постойте, посмотрите, что я делаю. Надо убить звезды. Помогите их поубивать, что ли. Ну, если мы будем бить одновременно две звезды, то мы будем падать по КД. Их надо убивать по очереди. Я ставлю метку, мы ее убиваем. Потом рейд захиливается на фулл хп. Потом ставится следующая метка, мы ее убиваем. Их 4. Они появляются каждую минуту. Эти дырки нужны для того, чтобы в них заводить созвездия, которые будут шотать хилов, если их туда не заводить. Поэтому сейчас 15 секунд с пула побьем. И убирайте руки и просто стойте и смотрите, ничего не делайте. Вы побочным уроном. Еще есть вариант, если какие-то, ну, совсем невменяемые игроки играют, крутят быша там без конца. Есть вариант еще водить босса, но это уже просьба к танку.
если танка это не затруднит, а это затруднит танка. Отводить босса от звезд. Звезды двигаются в случайном направлении, поэтому лучше всего не бить по ним. Это как сферы Келесета. Надо убрать АОЕ и бить точечно босса. Бить босса можно, но точечно. Нельзя раскидывать АОЕ. Иначе мы будем падать как какие-то бичи. Босс очень простой. Надо просто делать, что вас попросили. Жрите рыбу. Хочется уже закончить с этого трая и пойти отдыхать. Час ДРТ всего лишь. Это можно было на час раньше все закончить. Пол рейда пронесли, блядь. Сколько? Человек 11, нахуй. Так. Заходим за круг. Подожди, там блудника еще бежит. Там еще и бафов нет. Всех. Ну я каски дал. Инты нет. А, нет, есть. 300 бафов нет. Когда он говорит кара небесная, там метки красные появились. Смотрите, отбегайте от них подальше. Еще раз говорю. Это. Побьем 15 секунд и потом расслабьтесь. Не уешьте. Так, таймер запустил. Гера. Буквально еще секунд 10 бить и все. Геро. КД у него? Да уже плохо. Вот звезду. А, блядь, ставься нахуй, твари. Зерганули. Все, убрали АУЕ, отошли от нее, отошли, отойди, кто там в ней стоит? Ай, похуй, человек. Кара небесная, отбежали от меток. Отошли от меток. На фул хп, Рекшейна захиль. Ай, похуй, да, тоже, поебать. Звезду разбиваем. Шелфир. Следующий. Увидел. Захиливаем. Ультрадру, резь Рекшейна. Катрисия Шелфира. Звезду разбейте, разбейте, ну быстрее. Все, теперь на фул захиливаемся. Эту пока... Шелфир резните, фул хп. Метки красные, кара отбегаем. Небесные, отбежали. Кара отбегаем, после кары звезду разобьем. Так, на фул захилимся, на фул захилимся. Отойдите от звезды, отойдите от звезды. Все, теперь заводим в дырки, заводим в дырки. Хмазек пускай лежит, похуй. Еще заводим в дырки, все созвездия в дырки. В дырки, в дырки, в дырки. Теперь, сейчас смотрите. Ну в дырку его заведите кто-то. Есть стаун там с притяжкой, вот спасибо. Кара. Звезду поставил, быстро зергануть. Все зерганули, все РДД повернули, зерганули быстро. И встали возле черной дырки. Готовимся, скоро заходить, будет суровый удар скоро. На фул хп захилились. На фул хп захилились. Суровый удар, смотрим на босса. Возле дырки стоим. Возле дырки стоим, заходим. Покрутились вправо-лево, отошли. Отошли в бок, зашли. Вот кто не зашел, тот мудак. Вышли, вышли. Кара отошли. Кара, бежали. Кара отошли. Да, вот лоу хп сдобили звезду. Добили звезду. Сейчас... Юлю подняли. А все, уже ничего не поднять. Падаем заново. Что, сука, трудный босс, да? Тяжело. Просто интенсив тут такой большой. Прям вот это все по кругу повторяется. Но ничего больше другого здесь нету. То, что мы падаем, потому что, ну, ДЦшник стоит в луже. Звезда стоит, он прям в ней стоит. Исчезает в другое измерение. Тем самым рейд не засчитован, и мы просто падаем. А вот ты меня типа какое-то измерение перепихнуло, и мне там обычно. Нет, тебя не перепихнуло, а ты стоял на том месте, где взорвалась звезда и попал. Перезайду в игру. И попал в черную лужу, которая перекидывает измерение. Ничто само не происходит. Это вы стоите там, где не надо. А туда можно как-то выжить? Ну, типа, если я попал туда. Выйти можно, да. Оно выкидывает через 10 секунд автомата. Просто надо мобов кайтить. Мобы дойдут до тебя. Темному измерению тебе говорила. Пару траев. Да, пару траев еще разберемся. Ничего сложного, просто надо больше внимания обратить на то, что делать надо. Не исполнять лишнего ничего. Я говорю, не гонитесь за ДПСом. Там, кто прошарил тактику, они сыграют. Всем остальным, кто первый раз, кто не знает, смотрите внимательно. Я уже всю хуйню вспомнил на нем. Я ж тебя все равно догоню, блядь.
Иниола, ты тут? Не смог визуализировать дырку. Теперь понял, как она выглядит. Понял, да? Там, ну, дело не в дырке, я же объяснял. Вот эти звезды, которые... на полу. Вот эти звезды, которые 4 штуки появляются, они когда умирают, на том месте, где они стояли, появляется черная дыра. Вот это надо очень внимательно смотреть не именно на черную дыру, потому что черные дыры, ты в нее так не зайдешь. То есть, ну, люди же не дураки, просто в дыру идти, снеху делать. А именно проебывает момент, когда звезда взрывается, она 25 тысяч урона по всему рейду наносит. Если вы стоите на том месте, где стояла звезда, то прям под вами появляется эта новая лужа черная. Вот надо стоять там, где нет звезды. Стоять там, где нет трех красных точек на 20 метров от нее. Заходимо. Будет нормально. Давайте, мужики, соберитесь, блядь, жрать хочется, пиздец, нахуй. Че же пожрать, блядь? Да я нахуй... Я, блядь, встал, блядь, сразу в Ульдуара пришел, блядь. Опять работа. Да реально, блядь. Тыкните. Есть у кого дживс? Да, есть, держи. В начале инста походка. Давай, я положу босса. Ну, вводи. Если Вилаш договаривается, я не танчу. Давай, Вилаш, я положу босса, ты пока что пафкаш. Заходите за линию. Сюда в комнату заходите. Warframe заходи. Всё, на его чёрт. 5, 4, 3, 2, 1. Все зависли? Что-то подвисает, пиздец. Нет. Было чуть-чуть в начале. Карта небесная, 200. Налагает, пиздец. Вот звезду. Да сука, ебаный тап, нахуй будешь работать, нет? Кара небесная, отбежали. Слушай, я не знаю, ну... Шалфир, командуй там или метки ставь, потому что, ну... Это какая-то залупа, нахуй. Давай. Вот одну убили, захиливаем рейд на фулс. А, две уже убили, да? Не видишь, я видишь, лагаю, нахуй. Короче, я не знаю, что происходит. Ну, говорите что-то. Кто там знает? Били ваши. Красные отбегали. От кары отбегаем. Короче, 4 разбито. В дырки заводим. Одна дырка должна остаться. И новые 4 звезды появятся. Одну сразу зергануть надо до удара сурового. Вот босс уже зальют. Выйдем после сурового и просто мы его переведем сразу. Готовьтесь. Сейчас появятся новые 4 звезды. Одну сразу зерганем поставим. Вот метку поставил, звезду. Повернитесь, убейте ее быстро. Быстро. И рейд захилит. Шалфир, почему ты опять сдох, блядь? Быстро зерганите, быстро ее зерганите. Захилите на фул. Помогите. Удар. Побежали. Пиздец, заходим. Это вообще хуевая нахуй. Неула, хилься. А, ебать, хуй кто зашел, да? Кара небес. Да это пиздец, это не кринж, это полная зал... Ну я не знаю, нахуй, пизду нахуй. Давай еще. Да вы как, 10 человек не зашли что ли в дырку или как? Что, вы мне объясните просто, сколько раз это надо сделать? Я убил взрыв черной дыры 2 раза. Я чуть не пойму, почему. Ладно, это просто из-за того, что лагает. Тебе надо забежать прямо в центр и подергать. Пизду нахуй. Вот разница получается пара миллисекунд. 11 тысяч, еще сверху 16 тысяч. И пиздец. Ну это звезды две взорвали одновременно, блядь. Чего нельзя делать? Вам еще раз говорили. Шалфир, видишь, пока не раздупляет, поэтому толку нету. Он просто сдох и лежит, и нихуя не делает. А так бы, если бы раздуплял, что делать, он бы говорил там, эту бейте, эту не бейте, метку бы ставил, нахуй. У меня, видишь, лагает, блядь. И рейд по пизде идет сразу, нахуй.
Я не знаю, почему сейчас, именно вот до этого, сколько мы трави 2-3 давали, не было такого. Сейчас почему-то я могу пиздец поанонсить, но я... Потому что, скорее всего, просто процессор нагревается у тебя и лагает. Да не, ничего не нагревается. Да, ну как, нагревается. Во мне вот эти вот красные... Нагревается на антработе, в любом же случае. Надо поанонсить. Обычно лечится, дальность надо на минимум поставить. Да, ебать, все уже поставлено, нахуй, я не знаю, что это. Все тут уже поставлено, блядь, тут... Блядь, такая дальность, нахуй, свою писюн не вижу, нахуй. Нихуя. Это... Это короткий. А кто там хотел поносить? Это кто? Стиллер. Ты мне просто... Вот когда он кастует вот это, понял? Ты не лагаешь нормально? Не, тебе говорить, когда каст будет или что? Нет, я вижу каст. Я не совсем понимаю, когда заходить в Void Zone. Void Zone на середине каста. И типа там стоять. Ты появляешься в темном измерении, как раз каст заканчивается, и через, ну, короче, 10 секунд тебя держат в темном измерении. За это время заканчивается каст, тебя выкидывает, и сразу, смотри, будет взрыв вот меток. И Нюла, заходи, где ты? Нюла устал? Сейчас трайны планируются. Надо... Я метку буду на звезду череп кидать. Смотрите, череп. Блять, нахуй. Что такое? Да нихуя. В смысле, что случилось? Пидор какой-то паровозник, нахуй, в рейде, блядь. Пидор-паровозник? Я даже, блядь, знаю, кто это. Я тоже знаю, нахуй. Я тоже, блядь, знаю. Хуярик, нахуй. Ржёт сидит, слышите, блядь? Ой, пиздец. Давай ему ГП влупим, нахуй. Заходит, кто-то должен вроде один остаться. Обычно ШПшка в тучке остается или еще кто-то. Это на какой? Танк остается. На суровом или на другой, я не помню. Ребята, смотрите еще. Когда вы попали в темное измерение, если вы случайно там или под вами взорвали, то хильтесь, во-первых, сами, кайтите мобов. Если шипешка, то в тучку можно прыгнуть. Если мах, то в глыбу. Пал баблом сразу может заявить эту хуйню. С Нью-Лой что случилось? Чилит нахуй в грозовой гряде, блядь. Но он хил, по-моему. Да. Ладно, давай попробуем хули. И стоять, что ли, нахуй. А хули нам? У нас там маг еще лежит. У нас маг туда бежит. Я рад за него. Значит, в дырку, когда заходите и исчезаете, появляетесь в темной хуйне, с того места, где стояла дырка, сука, надо отойти. На то место, где не было дырки. Потому что когда вас выкинет, вы должны стоять на этом месте, нахуй, а не провалиться обратно. Потому что если вы провалитесь, 0 ДПС, 0 хила, 0 танкования. Танки... Можете просто подойти, чтобы выйти возле края. Символ на тучку стоят у двух ШП. Танки не заходят, ШП на суровый удар тучку оставляют. Символ проверьте, на тучку стоит. Мак, зайди сюда. Слышишь, я тогда баблом заэвейджу. Бабл не эвейдит. Не выйдет суровый удар? 50 на 50 только. Только танки не заходят, все остальные заходят. Все, зайдите за линию. 5, 4, 3, 2, 1. Сейчас ДЦ нету, сложнее будет. Хуй знает, какие-то лаги ебаные. Как кто-то в рейде появился, из-за кого лагает, нахуй. Отлично, если череп. Звезды вышли. Где череп, не вижу. Не, у меня висит все, нахуй. Кара небесная, съебались. Эма, сдайте на огонь. Берегитесь. Прохил? Сломали ту, которую не надо было ломать.
Ну я говорил, стоп, где вот, видишь, бенстиллер лежит. Ну, у меня не трофей. Это сломали звезду, которая без метки была. Кара небесно съебались. Ну, вам же интересно так хули все ломать, приходить. Поэтому мы тут вайпаемся. Вместо того, чтобы... Я не знаю, но если кто может... Вот эту звезду... Есть БР. Есть БР. Звезду добейте. Со звездой шокнули. Там РДДшники, которые били, умерли. Вот живое созвездие в дырку заводить надо. Кара съебались. Короче, не бейте никакие звезды. Стопните АУЕ полностью. Ждем суровый удар. Когда выйдем... Блядь, я завис. Висит пиздец. Вон там... Суровый удар. Вон там звезда. Суровый, заходите. ХП остались, прожали тучки. Вот когда вышли, захиливаемся. Дай на ХП шаду. От кары отошли. Вот звезда лоу хпшная, ее добивайте. Ну, там попадали все, ДЦшника нету еще, хилить очень тяжело. Мэтфокс резал ультра-дру Рокшейна. Поменьше ДПСа, побольше исполнить. Кара. Ебнули. Давай вот звезду еще ебанем. РДДшники. От босса отвернитесь. Маг, лог и убейте звезду. Блять, они другую бьют нахуй. Ладно, хуй с ним. Вот эту там бесы бьют ваши ебаные. Сейчас смотрите, рейд просел. Ну добейте. Вот рейд просел, захильте. Теперь черепок. Поворачивайте. Рейд на фул хп поднимайте. Пока не зергайте. Кара съебали. От красной хуйни отошли. Это. Призану инер, фул баф. Все, не бейте звезды вообще. По боссу фул играйте 10%. Кого там еще есть? Катрисия, Ресни. А, блять, хилы попадали. Ресни призана. 16 тысяч, 20 тысяч, 2 звезды. Да все, тихо нахуй, не говорите никакую хуйню. От кары отошли. В черную дырку зашли. Пиздец. Но меня тупо не прохилили. Я могу просто. Да можно. Я рот ебал нахуй. ДЦ. Залупа ебаная. Бля, ребята, извиняюсь. Ну сейчас был бы еще один хил, блять, убили бы, скорее всего. Это. Что вот. Так вообще хардово? Тихо. Танк там же. А, убила танка. А, то хулили, хилы все лежат, нахуй. Попробуй штавать. Ой, блять, кринж ебаный нахуй. Смотри, в чем, по-моему, проблема. Уже лучше бы. Там нет никакой проблемы, у меня все висит нахуй, и рейд просто не знает, что делать. И падает просто. Начинают бить Алгаона, два мора прилетают, блять, минус 3 звезды и сразу. Я видел, блять. ДКшникам. Им же похуй, им же интересно падать, вайпать. Че, хавать не пойдете, да? Либо сейчас пиздуйте, либо стопните дома, как вас просят, нахуй, и бейте точечно автоатакой босса, нахуй. И тогда мы убьем с первого... И тогда мы с первого трая убьем. Посмотрите, да, кто там мор крут. Не надо крутить ничего, блядь. Там... Можно доты просто обновлять обычными этими... А Зухан еще в ДС? Че, это ж сложно. Ну да, у него 320 тысяч по ним. Мор 15 метров, типа, крутится. Спекайся в ДЦ. Да, я надел. Т4, без камней, правда, но... Да похуй, поебать. Просто щиты покидаю, все. Слышишь, Слава, давай в 6-го хила спикнись, наверное. Там уже 6 хилов. А, там уже 6. Ну похуй, давай я спик. Ну, паладин там слабо хилит. Ни один хил не прохилит, вам 30 урона, блять, за минусик. Никто не захилит. Ну это да. Нет, блять, ну как бы, ребят. Я же смотрю логи, как я умираю. Две звезды, блядь. 15 тысяч, все, пиздец. Это понятно. Да нет, тут тема в том, что мы хилили, но по факту в 3 хила, блядь, можно сказать. Мне это кажется, что-то серф лежит на. То, чтобы, а если две звезды взорвется, одна уйдет в щит. Но это маловероятно все равно. Короче, у меня жопа горит из-за того, что лагает нахуй, это все, блядь. Ебал эту хуйню. Попробуй перезагрузить комп, у тебя кэш сбросится, может станет полегче. Это тебе помогает, Слава. Ну,
Я говорил Славе, что ему нужно сделать. Да, это... возможности. Давайте блядь... последний пул отдохнуть хоть перед рейдом. Ну так, ну потом так давай, так давайте не уешить там нормально, сыграем аккуратно, блять. До берсы нахуй 6 минут, мы на второй минуте вайпаемся. У босса нахуй 30% хп. Ну как это, чисто логика есть какая-то? Ну пусть, нет? ДК обновляет дот без мора. Пусть ДК просто сосут ногу нахуй. Пусть ДК просто звезды ловят и рву уже заводят. Я же изначально же сказали, что ДПСить тут не надо. Да, я же просил, не делайте ДПСить ничего, если вы не знаете. В конце, когда 20% это остается. Это типа 30 лямов всего лишь у босса. Чего? Меня, блять. Мы вайпаемся нахуй. Хуй знает, короче, нахуй. Ну он и не Ола пришел. Ну, блядь. Шкаф поставьте. Сука. Он написал, не сможет хилить. Кто на боссе? Ладненько, да? Ну пусть чилит, нахуй. Да. Влад, ты на боссе, да? Спект берите. Да-да-да. Мы меняемся. Окей. Аспект. Просто сделайте. Аспект стая, офнись. Сделайте аккуратно, и мы добьем нормально. Да ее что-то. Звезды это... ПВ. Стопаем. Этот бычный. В метку. Да. Шприпать. Не лагает, потому что. Следующая метка. Смотри, чтобы. Арат. Смотри, чтобы на фул сначала. Арат, бегите. Отведи. Бейте метку. Откиньте. Вот сейчас еще одна умрет. И вторая умрет, смотри, ой, нахуй. Прохилите, блять. Да там не прохилит никто, нахуй. Они две одновременно убивают. Там, блять, сука, не прохилит. Как они умирают нахуй так быстро? Ну, я не понимаю. Я ой, сейчас мор не нажимал вообще. Какие-то, звезды, какие-то пидоры. Какие-то пидоры их бьют просто, вот и все, нахуй. Мозгов ноль, нахуй. Ну. Если бы не лагал, я бы видел, блять. Последнее не надо заводить в созвездие? Надо. Съебались. Готовьтесь, скоро сурок. По одной убивайте. Возле дырки. Возле дырки, которую не закрыли, встаньте. Готовьтесь, заходите. Суровый, заходите. Дырку. Заходите. Ну там просто все хилы, видишь, лежат, нахуй. Уже хуй, кто захилит, рейд, нахуй. Не, уже пиздец. Давай. Я не знаю, у вас у всех так же лагает, нахуй, это залупа полная. Не, у меня как ни странно нормально. Я тоже. Это бывает обычно подлагивает. Пиздец, нахуй, я хуею, блядь. Мульда вообще замечательно, блядь. Не, на Легионе меч лагал, чем тут. А кто-то тестил... Смотри, в лужу сейчас заведет. Падайте, там хилов нету. Этот... Попадайте уже. Этот, как он называется? Кто-то тестил, как он называется, сука. Блять, заебал нахуй. Патч нахуй, какой делал, Криптэвил или кто там на убирание анимации? Да, давай я тебя скину. Я скачал его, только я не включал. Не-не-не, я тебя сейчас скину нормально. Нормальный это какой? Другой? Нормальный это сегодняшний. Я тебе в личку кину. Вы ага. Выходи из игры. Типа открывай лаунчер, там обновляй, потом закрывай его и кидай патч в дата ру-ру. Угу. Ну, кливаются. Ну, как будто я не знаю, как будто они просто доты висят. Что она с каждой секундой тоже хп теряет сама. А, она сама теряет? Да. Интересно. Фишка в том, что, блядь, ДПС есть, а мозгов нихуя нету, нахуй. Вот и фишка. Шэдоу он был, дали в миликах возле звезды 80 тысяч хуяк у звезды нет. Поставил? Угу.
Есть там сумон? Кто-то офнулся, да? Топа. Сила есть, бича не надо. Силер зайдет или он все офнулся? Я захожу, я патч. Дай там лидера, Седжу, ну тебе лидер. Ой. Кстати, а где взять патч на зеленых духов? В Дискорде. В канале Дискорде. Я залью его в тот же канал. То все видно. Сумона нет у вас? Ахайо. Вы Силер зайдет? Айо. Ну что там, блин, ебанулись? Фрики, блядь. Хорош троллить. Да, блядь, это Санёк зашёл? Это Саня, блядь, пиздец, нахуй. Давай, Свет. Слушай, я хуй знает. Пока 30 кадров показывают, не знаю. Ничего пока не поменялось. Пока 30 кадров. На 150 FPS. Было 2, стало 30, да, нихуя не поменялось. Силер зайдет, нет? Я захожу, кружу. Не, зашел. Там, ну, фишка-то в том, ставьте, что типа, там отключаются анимации. Ну, а я здесь, 4-5, всякие проки и так далее. Где я варфрейм? Я здесь только в бою видишь отличие. Синтек, такой синтек. Бич, блядь. Лиса баф, энту. Все разбафали быстренько. Каски, нахуй. ДК, варам, урогам, да, не нужно. Ай, бать, у меня же реги кончились. Еще куплю. У меня уже нервы кончились. Нервы уже давно. Поэтому ты на антидепрессантах сидишь, нет? Кто? Докстай. Он я сижу на таких, что... Под грибами. Лучше даже не заслышать вообще. Под такими... Такими транквилизаторами, да, чтоб доебанёшься. Транки, джанки и вообще все прочее. Кокаин с компонга, да? Ротфронт. Давайте это, давайте всё. Ебанём этого пидора, он лёгкий нахуй. Синее говно это. В смысле, мы так-то его слёзы? Устрою легким, брат. Слезы это когда без смертей. Это в честь этой ачивки назвал. Ну, вроде как-то поменьше какой-то хуйни, но все равно вот паловские лужи надо убрать. ДКшную вот эту паловские лужи, да. Надо все убрать. Нет, ну потом напишешь. Черепок помогаем РДД бить. Список жалоб и предложений. Чарки можно брать, кстати. Вот быстро один из красной хуйни убежали. Следующую ставь. Вон звезду эту. Звезду поставил, вот ее давайте, у нее меньше всего хп. Звезду добейте. Все, сейчас за фул на фул захилит, следующую звезду выбирайте. Возле босса, которая не бейте. Милики, не бейте ее, не бейте. Зергайте звезду. Ну не смотрите, рейд фуловый, зергайте уже. Быстро надо. Рейд фуловый зерганули. Кара съебались. Кара отошли. И следующую звезду. Кара ударит. Ну, Мэтфокс лежит нахуй. Ультрадру его ресой. Вот, звезду доверие. Либо быстро встань, захильте его на фул. Захильте на фул. Захильте, Мэтфокс. Да ебать его в рот, нахуй. Блять. Просто заводите эту залупу. Появятся 4 дыры сейчас. Одну поставлю, быстро зерганем перед суровым ударом. 4 сейчас звезды появились. Вот, одна возле босса. Стебались. Вышли. Зерганули вот эту. Звезду зерганули. Быстро, милики, помогли. Только не встойте в ней. Быстро. Да быстро зерганули. Вы вообще бьете? Нет, Ракшейд, захилься. Нахуй, хули ты сдохнешь сейчас. Вот. Все. Теперь суровый удар. Подходим в дырку, заходим. Быстро, быстро. Зашли. Подвинулись. Отошли от того места, где стояли. Бабл нажали. Ой, блядь. Я бабл нажал. Так. Катрися ресой... Да, раз, съебали. Ресой Мэтфокса пускай похилит еще. Вот Фокс, давай, захилить его. Каску лапу приставав, дайте по нему. Я каски давал, дайте кто-то другой каску. Все, Бестиллер, говори, черепок, какой бить. Череп поставил, бейте череп. Сейчас 4 еще новых появятся, вот эти 2 добьешь. Вот добили, захиливайте на фул. Смотрите, в лужу не заведите, кара, съебались быстро. После кары разобьете череп. Вот, захильте на фул, теперь череп убейте. Блять, Мэтфокс, нахуй, он по КД лежит, он либо в каре. Отведите от сына. Захиливайтесь на фул. Рэкшейн, Мэтфокс, нихуя не понимают. Все, фул по боссу дамажьте. Не бейте вас звезды никакие, Бестиллер. Все фул босса давайте и до 20% переводите его. Появятся 4 дыры и просто босс манекен. Кара, съебались быстро. Хуйня. Вот она.
Просто фул по боссу бейте 10%. На звезды, на всю хуйню забейте. В дырке... Не заводите в дырке, на танках держите на себе. В дырке есть что суровые скоро будут. Быстренько, 5% переводите. И нихуя не делайте, просто босса бейте. 3%. Верьте сильнее. Будет босса ближе к дырке, суровый скоро будет, не успеете до дырки добежать. Весь рейд от дырки на километр, нахуй. К дырке бегите. Вышли красные. Суровый, в дырку зашли, в дырку, 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 в дырку. Суровый заканчивается через секунду. Все, теперь вышли и добиваем просто босса. Просто трэш на танке на себя, дайте войско и просто добивайте. Все, нихуя сложного нету. Только вот те, кто лежат, нахуй, ну, я бабл прожал во тьме, а бабл снимает эффект этого измерения и суровый пробивает через... Все равно ХП. Кара, съебались быстро. Все равно ХП. Хорош. Все, дальше манекен после 20%. Получается, не знаешь тактики, да, Слава? Да я его... Я его нажал. Да я понял. Пол хп, я смотрю, мобы на меня идут, думаю, сейчас сдохну нахуй. Нажимаю, блин, бабу нахуй и исчезаю. Суровый. Ну я так же пушил, выхожу из этого измерения. Бицы, блядь, бичи ебаные. Бицы нахуй. Слышать так неприятно, мне не нравится. И тяни, Иса! Часы японцы нахуй в рейде, блядь. Вот эти руки. О, код альфа. Что это такое? Блядь. Осколок валанира. Какой этот самый код альфа? Может, там есть какая-то часть? Короче, нахуй, пошел я варить. Дай холи дрин. Пошел я в пельмени, блядь. Все, надо хоть... Да, я пошел тоже кушать в пизду, блядь. Че осколок? Какой осколок? Валанира осколок там выпал. Нет, там осколок звезды. О, Бен, сделай в бухту, плиз. Лава его уже спиздил. Ткань, короче. Да мне. Спасибо. Осколок звезды. Давай все распылю на. Нет, ткань. Что-то дал там. Перчатки прикольные выглядят. Это не ливайте там сейчас я и подам еще. Ну давай, раз первый раз убили 500, дам. Обема. Обема. Слышать, сука, так неприятно, я не люблю диспут. Так одна кнопка, что там? Ну, поставьте человеческий портал. Не знаю, не нравится. Это человеческий был. Поставьте, блядь, бухту. Давай, не пизди там, бухта рулит. Бухта рулит. Ааа, на аргу.